день рождения? Меню у вас чего? Вот. Знаете, всего-всего. Что главное, у вас у тебя будут достойные. Спасибо большое. Праздник. А какой должен быть? Я буду вкусно пахнуть. Девочкам праздник. Праздник. А мальчикам какие синенькие? В следующий раз поговорили с ним. Спасибо. Ручка, пожалуйста. Пахнуть будешь нормально. Поздравить. Передашь ему вот это. Спасибо. Опа, это тоже не пригодится. Спасибо. Олежа, до дыра дойдет только вот коробку из подъезда. Тоже хотели поздравить. Пусть у всех будет бамбук, а то только первое. Да, это бамбук счастья. Ты весь бамбук уже загубил. Бамбук счастья? Не, один живет еще. Еще один. Из трех. Здорово, спасибо. Девушка! Девушка! А можно бамбуки поставить? Верните ему, пожалуйста. Так и ходи теперь. Штет завтра будет на сайте. Да ладно, серьезно? Я думаю, просто так вот играть. Gaz.com. Я плаваю. На самом деле два браслета тоже. Девочка, один на правый, другой на левый. Один сюда. Арсению не нравится наше. Да. Арсен. Арсений говорит, нам больше не будем звать на встречу. Может, на мой да, что мы вообще как-то в заключение сегодня смотрим. Давай, не ставь. Это кто нарисовал? А Леша, кто здесь лайк? Это непонятно, кто там кто. Я вижу, я на снеге. Кто нарисовал? Лысый, да? Это... Волосы тоже. Я как раз еще больше, чем ты. Сеня с бородкой, Алёша. А кто это нарисовал? А давайте узнаем, кто это нарисовал. Алексей, вы друзья. Гидеоновы штаны. Спасибо. Есть такая.
Ну, подарки. Соколову скинешь, он нарисует там, наверное. Давайте хотя бы разные лицо. Вот Сеня, Мишка, делай. Давайте с каким-то умничком. Чего, не понимаю. Я одно лицо. Поменяй. А, сейчас, подожди. Сейчас у вас фотографии будут с обрезанными головами, руками. У меня? Да.